Ильич в 17 лет не было. Разведчик оставил и говорил, вот ты будешь в эту сосну весь день будешь наблюдать, с утра и до вечера. Что-то заметишь, сел воробей, запиши, что сел воробей. Вот столько-то улетел воробей, запиши, когда воробей улетел. Уже к вечеру я, значит, делаю анализ. Ага, птицы садились, значит, там бывают люди. Закурил, дымок есть, значит, там есть солдат, есть. Кто кого, кто сильнее, тот побеждает. 19 лет не было, понимаете, 18 с половиной. Какие мы политики? От мамкины юбки только, значит, это. У меня были две танк-гранаты. Я не растерялся и подбил танк и уничтожил экипаж, за что получил орден славы. Идешь по живым, по мертвым, значит, а по раненым танк идет вперед. Ночь, конечно, была такая страшная бомбежка. Все кругом горело, ухало. Прожектора светили, осветительные ракеты кругом висели, как будто бы вот где-то страшно было, конечно, нам, 18-летним. Я вот 18 лет была только. Самолет летит, и прямой наводкой стреляют. Девушек снимали с приборов. И за 500 метров примерно был от батареи склад оружейный. Там были снаряды. Каждый снаряд к пушке был 16 килограмм. Нас заставляли таскать эти снаряды. Идет бомбежка, а ты идешь. Что будет? Попадет, да попадет, не попадет, да пройдешь. День и ночь мы дежурили, чтобы не допустить в Москве самолетов противника. Угу. Мы стреляли ночью очень часто. Ночью в 1943 году немцы прилетали к Москве, пытались проникнуть. Ну, здесь у нас защита была такая плотная. Немецких самолетов до Москвы не допускали. Вот мина. Меня контузило. И ноги-то повредило. Офицер попался. Вот. Остальных уничтожили. Есть нечего. У меня сухарь был. У меня... Вот его пососали немножко, и все. А он сыпет сверху. Вот. Минами бомбит. Вот. Видишь как? Там как встреча. Там только пыль смотрит. Я попал под бомбежку 53 немецких самолетов. Да, даже... Не знаю. Тяжело. Вот я как помню. Ну, конечно, 6 лет я уже все помнила и все понимала. И в булочную сама ходила, и никакого ощущения начала войны не было. Потому что это было лето. Мы в это время поехали на дачу, были на даче. И вот началась война. Мы сразу приехали в Ленинград обратно и начали бомбить Ленинград. С моей двоюродной сестрой ловили осколки бомб, вот такие зажигательные бомбы летели. Мы не понимали, что они могут нас убить. Раз руками берем, хватаем их и бросаем на землю. Но сразу темно-темно становится. Так светло, а вдруг город весь темный. Потом начался голод. Голод. Уже это в сентябре у нас уже... Кушать ничего не осталось, только клей столярный кушали. Варили как кисель, вот кушали. Потом уже и клея не стало. Стали давать хлеб по 125 грамм. И, ну, у нас уже это бабушки, три бабушки, тети, уже все умерли.
разбомбил наш немцы этот мост. И наша вся груженная машина, техника, тогда я был артиллерия, пошел в Днепр. Нам был приказ прорвать Курскую дугу до Кавказа. Оставить сталинградский группировку немцев. Сталинград оставлять. Прорыв делать. И мы так и делали. Что ночь нам, что день. А спать нельзя было. Снаряд постоянный был. 41-й, 42-й, 43-й годах постоянно обстреливали немцы. Мы идем по лускам болота. Трава, высокая трава под колени. Хотя сейчас идет одна девочка от Ярцева, идет одна девочка с чемоданчиком. И попало ее пуля немецкая, и упал. Народ пух, опухал, умирал, хлеба не было, траву ели. Дадут нам 400 грамм черного горячего хлеба, мы тут съедали его на работе. А тут мама из молока пришлет, гороха и муки, крахмал, заварим и вот это ели. Гречневой каши дали с подливкой гуляш. Это вот у меня до сих пор этот вкус остался в моей памяти. Потому что мы уже почти 10 суток ничего горячего не ели. Ели лебеду, дикий лук в лугах собирали, рады, липовые лески ели. Картошку чистили, кожурки эти сушили, мололи, хлеб тоже пекли. Вот наше было кушанье. Гнилую картошку собирали, ходили в лаптях. Обуви никакого не было, кроме лаптей. Да на лапте шоколадки прибьют, чтобы не промочить ногу ту. Пойдем вот за гнилой-то картошкой, рано уходили, пока мерзло. Таять-то начнет, веревки-то от лаптя-то оборвутся, лапать от потерям. Так в носке и придем грязной ногой. Вот так, милая. Вот наша жизнь такая. Теперь все ешь, пожалуйста. Ту хлеба, пирожки, все ешь. А тогда ведь война, есть война. 15 дней хлеба не видели в окружении, по взрывам. Бегут девочки, девочки. Шумят. Наши пришли, родненькие, наши пришли. А один солдат, пожилой уже, 50 ему лет, отдельно сидит, значит, такой печальный. Она к нему и подошла, эта Галя. А украинцы ведь, дядечку, а вы чего такие сумни сидите? Он говорит, да будь она проклята, вот эта война. Моя Полтавщина уже освобождена, но писем я еще не получаю. А я тоже с Полтавщины, эта девушка говорит. Он поворачивается к ней и говорит, а с какого ты района? Она говорит, да Годячского. А какого ты села? Она назвала село. А ты бы Галя звать? Она говорит, Галя. Да, Галинка, дочка моя, я ж твой батько. Эти курсанты друг друга подушками, пух летит. Обрадовались, 3 часа ночи объявили. Я, вы что, ребята, война, старшина кончилась и все. Все подушки порвали. Вот пух, вот столько было на полу. Самое главное, чтобы не было войны. Тогда будет жизнь. Война это.